преступления бывают таинственными. У Зеричаны бесследно исчезли 19 человек. Безумными. Мы прославляли смерть, а не жизнь. Зверскими. Заклеила ему рот скотчем и упаковала в один из ящиков. Обвинение безосновательным. Ваша честь, что происходит? Мы вообще в зале судебного заседания? Или убедительным. Что есть, то есть. Все, у меня ваша честь. Но приговор должен быть справедлив. Ваши алиби кто-то может подтвердить вообще? Суд присяжных. На телеканале НТВ «Право».